Информационный центр ДАТ в Ереване является представителем Германской службы академических обменов Армении и одним из 56 информационных центров по всему миру. 30 апреля Российско-Армянский университет посетила старший консультант армянского офиса Германской службы академических обменов ДАТ Мэри Новосардян. В ходе мероприятия студентам была представлена общая информация о университетах Германии и действующих учебных программах. Более подробно спикер остановился на порядке и сроках подачи документов и требованиях, предъявляемых для поступления в германские вузы и для получения стипендий. Представленные программы предусмотрены как для студентов бакалавриата и магистратуры, так и для исследователей, преподавателей и ученых. Отметим, что ДАТ способствует процессу интернационализации университетов, укрепляет основы немецкого языка за рубежом, поддерживает развивающиеся страны в развитии систем высшего образования. Встреча была организована Департаментом международного сотрудничества РАУ.